первый день чемпионата России по вольной борьбе в Улан-Удэ. Мы в ФСК. На пути к финалу Евгений Жирбаев и Исраил Касумов одолели представителей 7 субъектов страны. Яркий и техничный Разамбек Жамалов и Заурбек Сидаков по праву в финале. Новое правило в тяжах гласит: хочешь быть в финале? Вначале побори братьев Хизривых. Сергею Козыреву досталось целых 2 брата. Вот и жара! В весе 57 чемпион Заур Угуев! В весе 86 чемпион Артур Найфонов! В весе 92 чемпион Магомед Курбанов! Мы с моим тренером Баиром Валерьевичем наблюдали за хорошим выступлением бурятских борцов в 70 килограммах. Также завтра за бронзу будет бороться Балдан Цыжипов. Самые яркие эмоции от финалиста турнира Евгения Жирбаева. Победил Евгений Жирбаев, Бурятия. Завтра третий день! Уракша! БРТ!